Привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем проходить с вами игру Бов Мастер. И мы получаем сундучок. И что же он нам даст? Дайте мне персонажа, ну пожалуйста. Ну конечно, дают нам 750 золотых. Марио, не злись. Так, я могу еще открыть сундучок, причем бесплатно. Ну-ка. Мы с вами, ребята, пойдем в турнир. И на этот раз на нормал. Так, я не хочу брать этого чувачка. Давайте-ка глянем, кто вообще у нас тут есть. Давайте возьмем, наверное, ребята, знаете кого? Вот этого пожарника. Пожарник же? Ну, вроде выглядит как пожарник. Пошла ступенька у нас. И сколько у нас здесь будет игроков? 12. Мистер Горский. Хорошо. Космонавты. Мертвый. Так, что мы можем делать? Так, я смотрю, у него какая-то бутылка с зажигательной смесью. Воу, неплохо. Немножечко задели, поджарили мистера. Да лежи ты уже, отдохни, что в самом деле-то. Так, 35 золотых получил. Хорош там своим флагом раскидываться. Мимо. Так, а мы в этот момент возьмем чуть-чуть подалее. Вот так вот. На-ка, выкуси. Скатился. Ну-ка, на гоньке попрыгай-ка еще. Вот это другое дело. Промахнись. Промахнись, я тебе говорю. Ать! Почти, почти его цели он был. Но я думаю, ребята, мы его сейчас просто размажем этой бутылкой. На-ка, в лоб. Хедшот. И я даже рассчитываю на фаталити. Какое в бане фаталити? Добитие. Ну-ка, прямой наводкой прямо в лжбан. На-ка, выкуси. Во-во-во-во-во, попрыгай, попрыгай, полетел-полетел. И все, и долетался, одни глазки только остались. Кстати, ребята, это у нас, по ходу дела, не пожарник. А если даже и пожарник, то который сошел с ума, он наоборот поджигатель. Потому что бросается бутылкой с горючей смесью. И следующий у нас... Так, Бен, или как тебя там звать? Джим. Джим, ну что же, очкарик-ботаник. Я даже не помню, чем ты стреляешь, ну и не хочу знать. Надеюсь, я попаду в тебя. Ай-яй-яй, чуть-чуть не попал. Но огонечком все-таки я его... Ох ты, смотрите, ребята, он неплохо сидит на шпагат. Так, что ты там... Ага, бойскаут получается, да? Ты с этим... Как они его там называют-то? На палочке, на костре-то подогревают. Зефир, зефиринками бросается. На-ка, выкуси. Скатился. Глазки в кучку. Вот так вот. Нечего тебе. Бойскаут против пожарника. Да никаких шансов. Просто-напросто. Мимо. К тому же, во владении огнем я знаю все, что мне надо. Давайте приблизительно вот так вот. А ну-ка ся. Атя! Как тебе, красавчик, а, Джим? Все, братишка, сейчас мне только осталось тебя добить. И я это сделаю с большим удовольствием. Потому что за это я получаю дополнительные очки, а это, соответственно, деньги. Ну-ка, на-ка, гори в аду, я так сказал. Опа, тоже только глазки одни и остались. Замечательно, красава, красава. Я, правда, не запомнил, как тебя звать, пожарник, огнеметчик, пулеметчик и так далее и тому подобное. Но главное, что мы переходим, кто у нас, мимик это, да? А, мим, ну, мим, это вы знаете кто. Который вечно дуркует. За это он и поплатится. Блин. Ну-ка, попаду, нет? Нет, надо взять немножечко повыше. Чё ты там своим хлебом бросаешься, а, французским? Ну, я, в принципе, и ожидал, что он промахнется, но за это он поплатится. Поплатится своей жизнью. Давай, фаермен. Вот так вот, прям по пяточкам ему. Пускай немножко похрустит, поджарится. Так. Ну, обычно, ребята, они должны попадать. Опа! Накаркал сам себе. А смотрите, неплохо выглядит, да? Я взял с собой буханку хлеба за пазуху. Все отлично, на-ка, выкуси. Нет, в принципе, неплохо он стреляет, этот огнеметчик, я имею в виду. Но какой-то урон. Тихо, тихо. Какой-то маленький урон мы наносим. Надо что-то с этим делать. Ну-ка, выкуси. Опачки, ребятушки, мы его сейчас просто добиваем. И я 100% говорю, что я его добью, потому что я запомнил эти координаты. Вот так вот. А ну-ка, отлично. Ох ты, ох ты, ох ты, мим.
А что ж такое, где ж твои кривляния? И мы переходим, ребятушки, переходим к следующему оппоненту. А это у нас Арнольд, да? Он же? Да, именно он. Но я бы его назвал бы Рэмбо, как еще раз повторюсь. И ножичек тебя не спасет. Вот единственное, что, знаете, что меня смущает? Он где-то внизу находится, надо как-то не слишком высоко брать. Ай-яй-яй. Ну-ка, а, все-таки огонечком я его задел. О, как, смотрите, как танцует, как балерина прям. Оп-оп-оп-оп. Недовольный, еще, по-моему, быть довольным, а? Так, топорик, томагавк вылетел и промахивается. Извини, братиша, теперь я уж точно не промахнусь. Ну-ка, выкуси. Да как так? Ну как так, ребят? Ну, так, ладно, хорошо, буду брать тогда единичку, чтобы уже наверняка. Так, промахнись, промахнись, Арно. Да, нет, ребята, нет. Теперь уже единичка не прокатит. Теперь, наверное, надо будет брать... Может быть, так бомбануть? Ну-ка, рискну. А-тя-тя, да что ж такое-то? Ну, не прет, не прет сегодня какой-то невезучий день. Ёлки-ты-палки, да как же он метко попадает. Так, давай, парень, огненные глаза, прицелимся и бомбанем. Опа, все, ребят, вот теперь ему крышка, а знаете почему? Потому что я запомнил координаты. Тут все главное попасть и запомнить. Да что ж ты будешь делать-то? Больно же все-таки топором-то в голову. Ладно, давайте точно так же и сделаем. Ёлки-палки, неужели добитие? А я в этом плане не промахнусь. Соточка на 17, это будет самое то для него. Не, давайте возьмем 18, чтобы наверняка уже. Выкуси, бомжара. Арнольд, эй, вот все, отдохни маленько. Фаталити, 50 голды. Слушайте, что-то как-то странно, удивительно, мы легко проходим. Вам так не кажется? Так, и следующий у нас, а следующий у нас Марио, или как его там звать, Фернандо. Точнее, получается, это брат его, да? Марио, Фернандо, даже не прыгай там, даже не думай, что у тебя что-то получится. Кем он там бросается, если не ошибаюсь, черепахами, вот. Теперь ты будешь у меня сам под черепахом ползать, с корявыми ногами. Даже не думай в меня попасть. Опа. Кстати, никчемная, если честно говоря, вот эта черепаха ничего не умеет делать. Я им играл, я знаю. А вот у меня огненная бомбочка-то бьет-то, будь здоров. Ну что, немножко ему подкорректировали лицо. Ему даже так как-то симпатично. А, он все туда же в одну точку и бьет. Главное, чтобы мне не скатиться вниз. Из того положения будет очень плохо по нему бить. На-ка. Даже не придется. Вот посиди, хорошенько подумай. Слушайте, ну что, голова какая... А, он почернел, обгорел. Ладно. Добиваем, ребята. Пли, на-ка. Оп-оп-оп-оп. Только глазки. Обожаю. Поморгал на дорожку и хорош с него. Так, а мы с вами пере... Нет, это нам не надо. С вами перелетаем к следующему оппоненту. 510 золотых я получил. И это у нас, по-моему, рыбак. Да, старик. Старый человек. Old man. Что ты там какую-то кильку трясешь? Ты смотри, что у меня в руке. Зажигательная смесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Но задел чутка. Ладно, возьмем немножечко подальше. Так, ты какого фига достал какой-то... Ты как бросил? Опа! Рыбка-то меня хвостом задела. Так, мстим. Выкуси, бомжара. А, гори, 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 гори. Гори, ясно, солнышко мое. Так, что ты там делаешь? Промахнись. Опа, прям в лобешник. Ё-моё. Смотрите-ка, старик-то... Оказывается, мельче всех остальных. Ладно. За это ему будет хуже. Мы попали. Промахнись, старый дурень. Абракадабра, промахнись. А, хорошо, отлично. Фаермен, ты даже глазки свои не закрывай. Ты должен быть всегда начеку. Сгорит, нет? Да, он сгорел. Слаще нет ничего мести. Это я с удовольствием. Финишем, так финишем. Координаты мы запомнили. На-ка, выкуси. Гори. Ах, как ты. П-
прыгаешься замечательно. Блин, прикольно, прикольно. И все довольно хорошо идет у нас. Получили мы с вами 200 монеточек. Плюс еще 50. Итого 250. А вот этот уже парень Терренс шутить не любит. Это грозная пила. Я бы сказал, даже бензопила. Поэтому надо как можно скорее его ликвидировать. Ой-ой-ой-ой-ой. Промахнулся. А не совсем. Немножко его задело. Что ты тут барахтаешь своими ножками? Небритый ты чучело. Промахнись. Главное, не попал. Чтобы не попал ты пилой. Ё-моё. Вот чего я и боялся. Вы посмотрите, как она кромсает меня. Так, ну как-то так, да? Нет. Надо взять еще поменьше. Промахнись ты. Хорошо. Так, надо брать поменьше. Вот так где-то возьмем. Попадем. Есть. Что ты там? Уп-уп-уп. Ноги в обратную сторону. Коленки наизнанку. Опасно это делать. Там бросать свою пилу. Как у меня сейчас потрошки-то, а, этой пилой вскрыл. На-ка. Вот. Что, не нравится? А мне тоже не нравится. Вот, полежи там, отдохни немножко. Да промахнись ты. Ох, чуть-чуть, прям над головой в миллиметрах пролетело. А так бы я уже валялся бы разрубленный. Гори, гори в аду. Вот так. А пируэты он делает, как истинный балерон. Промахнись, гад, промахнись. Или недолет, или перелет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, все-таки я выжил. Немножко упал, надо подкорректировать. Ну-ка. Бинго! Все. И нам осталось, ребята, его только добить. Что ты там? Сопли распустил. Вставай давай. Нет, я с удовольствием. Финишим, фаталити, все, что хочешь. Как скажешь, на-ка, выкуси. Гори. Все. Прошли. И переходим. Блин, что-то я, кстати, не вижу пока никаких особых таких сильных конкурентов. Скажем это так. И следующий у нас рок-музыкант с гитарой-топором. Кори. Ну давай, Кори. Покажи мне, на что ты способен. Ну, для начала я сделаю пробный выстрел. Да, надо взять немножечко подальше. Так, промахнись ты своим топором поганым, а? Оп, прям перед ногами моими, а? Значит, он тоже приблизительно будет знать, куда целиться. На-ка, выкуси. Что, все, настроение твое испортилось? Нет больше желания на гитарке-то дринкать. О, я ж так и думал, что он уже рассчитал, куда надо будет в следующий раз ему стрелять. Ну и я тоже рассчитал. На-ка! Вот, все. Кожи на голове нету, один черепок. Нет, смотрите-ка, что-то еще осталось у него маленько. Замечательно. И я бью в ответку по тем же координатам. Оп! И нет, не добил. Ему надо будет еще сделать один точный бросок. Точнее, два, потому что еще будет добитие. Тихо! Ой-ой-ой-ой! Черкашом буквально он меня задел. Но не так это было смертельно. На, гори. Ну все, шансов у него нету. Я его сейчас добью и на радостях станцую. Так, главное добить. А что главное добить? Я уже знаю координаты. Тут, как говорится, уже без проблем. На-ка, гори. Оп-оп-оп, лезгинку пляшет. Отплясался. Так, следующий. Мой довольный такой мускулатурой. Так, 425. И у нас, о, моя любимица прошлого сезона, Реймонд. Да, детка, мы с тобой тогда повоевали. Но, к сожалению, извини, что ты встала у меня на моем пути. И придется немножко ликвидировать. Даже не сомневался, что попаду. Потому что она находится на такой плоскости, как говорится, которая сыграет мне на руку. Главное, чтобы она... Ого! Смотрите-ка, ребят, меня просто ветром от пропеллера раздуло, но урона не нанесло. На! Четко все идет, да? Вам нравится? Мне так лично очень. Вот этот юный бумеранг очень опасен. И вы знаете прекрасно чем. Тем, что он может возвращаться обратно.
точнее, не возвращаться, а на-ка. Пилить в определенном направлении, но в обратную сторону. Это небольшое ее преимущество. Что они сегодня все с утречка? Они выспались, промахиваются. Ну, в отличие от них, у меня с меткостью сегодня все замечательно. Так, надо будет добить ее. Потому что это дополнительные деньги. Как она сейчас хорошо на голове-то стояла, а? Ждет, ждет моей дорогой бутылочки. Вот, держи, родная. Ой-ой-ой, а как это так я промахнулся? Ну, ладно. Все равно она не жилец. Какой же ты все-таки злобный у меня пожарник, а? Глаза горят. Прям как из ада. Ладно. А это у нас кто? Маэстро? Точно. Так, старая флейта, давай, играй. Блин, а вот здесь, ребята, придется немножко покумекать. Давайте вот так, наверное, попробуем. Надо определиться с расстоянием. Нет, надо брать дальше. Причем на порядок. Ах ты, у него уже тоже бутылка. Тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой, у него уже кислота. Практически как мой огонь действует. Так же попадает, так же брызгает и так же убивает. Ну-ка. Опа! Классно. Все, братиша, я координаты запомнил. Теперь ты не желез. Нет-нет-нет-нет-нет! Да какого лешего ты творишь-то, а? Кислотой в меня. Ну, гад, ну держись. Все, ты напросился. На-ка. Что? Только усы одни остались. А почему шапка не слетела, блин? Шапка должна была слететь и остаться одна лысина. Ладно. Да что ж такое, мы так и будем сейчас? Ну нет, только не в низину. Блин, отсюда очень тяжело будет стрелять, ребят. Надо как-то подрасчитать. Ну-ка. Нет, видите, сбил он мне все. Всю мазу, так сказать. А он сейчас... Нет, он тоже провалится. Ну, мы, как говорится, друг друга сейчас будем проверять на прочность. Прощупывать расстояние. Ну-ка. Опа! Я первый рассчитал. Прощупал, точнее. Ну что же. А интересно, когда он упадет на мой огонь, который там горит, он будет повреждения получать или нет? Надо будет как-то это проверить. Ну что же, лови очередную бомбочку, маэстро. Доигрался хер на скрипке, как говорится. Так, я 150 получил за что? Непонятно за что, но я получил достижение новое. Ой-ой-ой-ой, мимо. И это радует. Так, в ответочку. Ну-ка, выкуси. Бинго! Я ему разнес черепушку. Осталось сделать маленький ударчик, как говорится, добить его. И смело переходить к следующему оппоненту. Так, ну-ка, гранатка моя, не подведи. Есть! Как же они все-таки мило танцуют. А погибает еще красивее. Фаталити, я знаю. А то, видишь ты, гад, кислотой в меня пуляться решил. Как бы не так. И у нас осталось всего-то ничего. Оу, ребята, помните этого пришельца? У него такая бомбочка, которая при полете выпускает лазер. Ну, я думаю, что он не доживет до этого. Блин, как же так? Я промахнулся, а? Ладно, возьмем чуть-чуть пониже. Так, тихо, тихо, тихо. Оп! Вот об этой бомбочке я и говорил. Ну, хорошо, слишком низко ее запулил. Поэтому урон она мне не нанесла. А вот я ему хорошо нанес. Хотелось бы, конечно, лучше. Так, не чуди, братан. Не чуди, блин. Вот о чем я говорил, а? Так, мы тоже сплясали. Но тут, короче, получается, кто кого быстрее завалит. Думаю, что я. На! Ой, такой грустный лежит. Мамочка, меня обидел пожарник. На, теник. Ах ты, сволота. Никакие пришельцы тебе не помогут. Как тебя там звать? Зелебоба. Опа! Прям черкашом ему задел. Блин, жалко, он в пламя не скатился. Так, если он сейчас в меня попадет, будет очень плохо. Ах ты! Но буквально немножечко он меня задел. Так, давай, пожарник, хорош там ножками дрыгать. Давай быстрее пулять ему в ответ.
давай-ка. Опа! Все, да... Нет, не все. Еще надо будет выстрелить разок. Промахнись! Да! Кстати, когда он в меня попадает, он отнимает у меня намного меньше жизни, чем если бы он лазером попал в меня. А какого фига я сейчас промахнулся? Я же вроде координаты... Не понял. Тихо! Опа! Замечательно, пролетело мимо. Так, на этот раз я не должен промазать, возьмем пониже. На-ка, выкуси! Все, готовченко. Давайте следующего. Ой, меня победил дядя пожарник. Какой он злой. Да на-ка, выкуси! Танцуй. Я люблю смотреть, как ты танцуешь. Файталити, естественно. Так, ну что, осталось там совсем ничего. И мы пройдем с вами лигу, турнир. Кто это такой? Я такого еще не видел. Йоу. О, надо же, с кольцом в носу. Я тебе сейчас, братишка, кольцо-то это вырву. На-ка, выкуси. Блин, немножко не попал, а? Это какой-то хипарь, да, по ходу дела? На него... А что это у него за оружие? Я такого не видел, не знаю, что он делает. Бау! Вау! Ты давай завязывай с такими шутками-то. Так, ребят, мне не нравится этот чел. Да как опять-то промазал? Почему огонь мимо него рожа пролетела, а? Промахнись! Фига, как это бомба или бомбокс какой-то. Опа! Мне это совсем не нравится. Он меня, наверное, сейчас шибанет. На-ка, гори! Чё так мало отнял-то? Так никуда не годится. Точно он каким-то бомбоксом бросается? Звуковая граната. Нет! 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 Ядрить твою налево. Ребята, мне придется тратить деньги. Я не хочу проигрывать ему. И в то же время я прекрасно понимаю, что он меня сейчас размажет. На-ка, выкуси, срань. Так, ох ты, ничего себе он там пируэт это выделывает. Вот в такой позиции, в которой он сейчас стоит. Промахнись! Замечательно. В котором он сейчас стоит, самое то, он выше не подлетит и ниже не скатится. Точнее, он зажат в углу. Если бы я еще попадал бы, а? Ну, что-то у меня прицел сбился. Промахнись. Отлично, мимо. Да, это серьезный противник, как ни крути. Ну, теперь ему крышка. Вот. Блин, надо все-таки брать еще чуть-чуть подальше. Сколько вот он мне? Если он в меня сейчас попадает, я, наверное, труп, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, да угомонись ты со своей бомбой. Да. Все, ребята, последний шанс у меня. Печалька, а если я проиграю, мне все заново будет. О, я попал. Интересно, мне надо будет все заново или нет, а? Так, промахнись, чтоб я тебя убил. Как клопа раздавил. О, вот это был фарт, ребята. Я на волосок от гибели был сейчас только что. Ну все, ему кранты. Гори, чмо. Есть! Фух, ребята. Как это ни странно, но мы с вами проходим турнир на среднем уровне сложности. Ну, я не промахнусь. В этот раз я не промахнусь. Я даже боюсь представить, что нас может ожидать на харде. Точнее, легендарный турнир. Но мы скоро это увидим и узнаем. Так, я получил кубок. Я достоин его. Правда ведь? Мой пожарник молодец. Так, и что тут у нас? Ничего. Могу только открыть бесплатно сундучок. И дают мне еще и Спарту. Просто великолепно. Не буду я здесь ничего смотреть. Ну что, ребята, на этом я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Нас ждет там легендарный турнир. Так что не забудь подписаться и не пропустишь эту серию. Всем пока, ребятушки. Всем пока. You can't stop bounce.